Дусенька, карапусенька. Мокрые. Все мокрые. Мамка нервничает, не знает, что и делать. То ли домой идти, то ли в лес идти. А все за ней. Буржуй, ты главный, давай веди. Веди девчонок. Нету в лесу ничего съедобного. О, фазан сел. Пойдем фазана. Посмотрим быстро. У нас тут фазаны живут с кроликами Валерином. Весной отдали. 4 девочки и мальчика. Петушка и курочек 4. И вот к ним сейчас гости около вольера. Все время дикие фазаны прилетают, кукарекают, разговаривают между собой, да, общаются. Дочка опять доберется.